Здесь сегодня довольно много интересных событий происходит. Мы организовали акцию протеста в связи с отказом властей восстанавливать работу Басманной больницы номер 6, ГКБ номер 6. Я уже долго борюсь как депутат Мосгордумы против планов властей отдать эту территорию миллиардеру Машковичу под организацию центра образовательного, платного для элитных детей. Но в ходе этой встречи, да, здесь еще другие кандидаты приглашены, но в ходе встречи был совершен акт агрессии со стороны УВД Басмана, вот оно здесь рядом находится. Вот, как вы видите, здесь вот стоят три машины полицейские, один из них автозак. И были задержаны 15 агитаторов моих. Всего лишь за то, что они повесили плакат «Верните нашу больницу». Вот, вот такой беспредел здесь творится. Ну что ж, не в первый раз. В Басманном районе неделю назад уже задерживали моих агитаторов. Это такая территория беспредела. Пока в других районах центрального округа, где я избираюсь, такого ничего не происходит. Здесь какая-то особо уникальная ситуация. Вот, задерживали, не представляясь, не называя причин. Сказали, что будут проверять личности, по базе пробивать. Но это, конечно, вопиющее беззаконие. Я уже сейчас вызову адвоката. Надеюсь, что все-таки законность проснется в ВВД Басманна и их отпустят. Не надо было ничего делать. Да. Сергей, дадите комментарий для соты. Почему вас на основании чего не пускали? Вообще без объяснений, просто взяли и не пустили. А что вменяли? Вообще ничего не понятно. Никто никогда ничего не объяснил. Пытался полчаса пройти, держа в руках ордер, удостоверение, вообще не пустили. А задержали за что? Как вообще, они? Вообще не могу ничего прокомментировать, вообще не знаю. Даже на порог не пустили. Собрались с депутатом Московской городской думы Сергеем Сергеевичем Митрохиным на встречу с жителями по общественному обсуждению, то есть что делать с городской клинической больницей номер 6. То есть, в ходе встречи предложили повесить плакаты, чтобы проинформировать жителей о том, что данная проблема есть. Пока вешали, столкнулись, произошел устный конфликт с лицами, представившимися как охрана, вот, хотя не показали ни удостоверения, ничего. С чего вызвали сотрудников полиции. Вот. И написали то, что никаких хулиганских действий, актов вандализма совершать не планировали. Все, после этого по такому же шаблону написали все остальные ребята. Подписали, кто-то отказался по 51-й статье, несколько человек. После этого нас прогнали по дактилоскопии. А вот дактило не надо было соглашаться. Не имеет никакого права у вас. Я просто Только уголовное. Я знаю то, что у меня я чист, поэтому все, кто был чист, прошли, кто-то отказался. Подфоткали, прогнали по базе, провели беседу и сказали то, что протокола об административном задержании не будет, административного дела не будет, выносят предупреждение, и это на видео снималось, то, что к следующим делам, если будет подобная акция, это будет сделано, пришито. То есть предупреждение о том, что мы прошли прямо по грани с нарушением федерального закона. А в чем нарушение? Проведение митинга или несанкционированная акция. Я сказал, что Сергей Сергеевич организовывает встречу, плюс должны были быть еще кандидаты. Они сказали, ничего не знаем, нам ничего не поступало. Я говорю, так вы там разберитесь, мы-то тут при чем? Все, после этого. Еще раз, ничего незаконного не было. Вы вешали мой плакат, на выборах. Я имею право. С моей фамилией это агитация. Как вы его куда вешали, это не их собачье дело. Никакие законы это не запрещают.